Проезд по Чусовскому мосту станет быстрее. Накануне там закончился ремонт. Работали по ночам в новогодние праздники. Теперь на мосту обустроен плавный проезд через перекрывающие металлические листы над деформационным швом, что явно порадует автомобилистов. Полностью завершить ремонт моста планируется к маю этого года. Тем временем ремонт в городской поликлинике на Ломоносова 102 уже закончен. Три этажа преобразились за 2 месяца. На первом обновили регистратуру. В зоне ожидания появились мягкие диваны. Все в едином стиле проекта «Новая поликлиника». На все потратили 14 миллионов рублей. Но и это еще не финиш. В этом году поменяют кровлю и продолжат ремонт помещений на 3-м и 4-м этажах. Кстати, таких изменений эти стены не видели с советских времен. Теперь новость для тех, кто следит за городской политикой. Березняковцы, не вставая с диванов, смогут знакомиться с официальными документами, правовыми актами, муниципальными проектами и решениями городской думы. Все благодаря порталу berprava.ru, который уже начал свою работу. Как нам стало известно, berprava.ru – это официальное средство массовой информации, его учредитель – администрация нашего города. Новости коротко подготовила Евгения Кокшарова.